Россыпь бриллиантов и изумрудов, рубины, топазы и сапфиры. Настоящий праздник для ценителей ювелирных изделий устроил старейший в республике ювелирный салон. Умопомрачительное великолепие украшений из золота и серебра поражает и восхищает. Секретное оружие мужчин для головокружительного сияния прекрасных спутниц в казах-ювелире уже в продаже. Наша компания основана еще с советских времен, в 41-м году, и в этом году нам исполняется 74 года. За это время было сделано очень много для компании, был открыт собственный завод, запущен центр экспертизы и сертификации, и, соответственно, изделия, которые мы производим, изделия наших партнеров, мы сегодня представляем здесь, в городе Чимкент, для наших клиентов. Кольца, браслеты, колье как в европейском стиле, так и с национальным орнаментом. Украшения для покупателей казах-ювелира создают лучшие мастера. Изделия ручной работы высочайшего качества представлены производителями России, Армении и Казахстана. Специально на выставку-продажу в казах-ювелир приехал специалист-гемолог из Алматы Влад Григорян. Ювелир с более чем 37-летним стажем уверяет, что качество представленных здесь драгоценных изделий безупречно. Для нас качество – это на самом первом месте. Качество, проверенное временем, наш девиз. И мы, естественно, всегда на первый план ставим качество наших изделий. Изделий, которые мы сами делаем, именно наше производство, у нас есть производство «Казах-ювелир». И все изделия, которые мы покупаем у разных компаний, российских, армянских компаний, белорусских, итальянских. Мы, естественно, проводим входной контроль и проверяем все изделия, которые поступают на наши прилавки. Ювелирные украшения от «Казах-ювелир» – лучший подарок. В рамках выставки-продажи до 29 апреля можно приобрести любое изделие со скидкой до 30%. Ювелирный магазин находится по адресу улица Дулати, 9.